Сочетание морского воздуха, аромата цветов и свежей зелени благоприятно влияет на общее состояние и настроение анапчан и гостей курорта. Сквер имени Аванесова на высоком берегу – красивейшее место в городе. Здесь уложены аккуратные пешеходные дорожки и установлены лавочки. Сейчас в сквере разбиты клумбы с цветущими растениями. Работа специалистов зеленстроя. Также в сквере высажено более 600 кустов роз. Мы прям в восторге. Вот этого угла не было буквально-таки осенью. И вот начали делать. Прям, мы прям радуемся. Это наша улица, вот это Тургенева. Мы оттуда прям приезжаем и наслаждаемся. Вообще прекрасно. Сейчас это все распустится, вообще будет прелесть. Каждый раз думаешь, как хорошо, что думают городские власти о том, чтобы преобразить, улучшить. Нравится хорошо. Приятно, знаете, приятно, когда гуляешь вот среди всего этого, как будто в парке гуляешь. Не в городе, а прямо в парке по парковым аллеям. Прогуляться в Анапе в тени деревьев можно не только в парке. Одно из любимых мест для прогулок – улица Кати Соловьяновой. Вдоль бульвара, названного в честь партизанки, протянулась аллея, на которой растут каштаны и акации. Украшают улицу и многочисленные клумбы с цветами. На аллее высаживают деревья, продолжаются работы по установке бордюров с последующей укладкой тротуарной плитки. Часть уже выложена на участке от улицы Красноармейска до Краснозеленых. Работы по благоустройству и озеленению продолжаются.